2014 год. Люди мирно уживались с себе подобными. Да, кое-где были блядские войны с кишками, кровью и всяким прочим дерьмом, что большинство из нас видели только в кино или в Call of Duty. В общем, все шло своим чередом. Белые люди радовались жизни, живя на кредиты. Негры работали и читали рэп. Всех все устраивало, пока однажды не прибыли они. Какая-то невероятная летающая ебака, похожая на блядского осьминога, которого трахнул Робокоп, прибыла прямиком из анальных глубин вселенной и позарилась на матушку Землю. Ученые, все ученые планеты Земля в душе не ебут, чем наша планета, которую мы так старательно превращаем в кусок дерьма, привлекла чертей золупоглазых. Возможно, неиссякаемые запасы шлюх. Но не факт, это все не важно. Важно то, что все бравые защитнички обосрались и были мгновенно выпилены супероружием инопланетяшек модели Вандервафля 3000. И теперь, когда всему миру уже почти пришла пизда, причем пизда в разы больше, чем норка Саши Грей после жаркой ночи с черным властелином. Так вот, люди на грани уничтожения. Миру нужен герой. Тот, кто сможет в бараний рог свернуть главного инопланетного черта и пинком отправить его обратно в созвездие наглых мудаков. Кто им будет, неизвестно. Решать только тебе. Кого ты видишь героем этого мира? Не скоро. Не во всех кинотеатрах. И даже не на ваших экранах. Но вы ждите.